ГТРК «Татарстан» и Русфонд продолжают совместный проект помощи детям. Сегодня помощь требуется 4-летнему Тимофею Волкову из Казани. У мальчика церебральный паралич и требуется курс лечения. Без нашей и вашей поддержки оплатить его семья не в силах. Зеленый. Красный. Яркие цвета у Тимофея вызывают особое восхищение. Разглядывает каждую игрушку и собирает целые города из конструктора. У 4-летнего Тимофея церебральный паралич. Мальчик не может ходить, гуляет только у мамы на руках. Но при этом Тимофей очаровывает всех врачей и детей своей улыбкой и общительностью. Подозрела уже, когда ему было 9 месяцев, даже раньше. 6 месяцев обычно дети стараются сидеть, а он у меня даже не пытался садиться. Ну, я уже потихоньку забила тревогу, пошла к педиатру нашему. Он меня говорит, даже не пытается, посадишь, он как не валяшка. Так он падает за эти 4 года. Болит с реабилитацией на реабилитацию, с операцией на операцию. Очень тяжело. Сейчас мальчик научился балансировать. Положительную динамику помогает сохранять курс лечения. Ежедневно Тимофей развивает моторику, проходит лечение на стимуляторе ходьбы и учится сохранять баланс. Сохраняющаяся спастика, она мешает двигательному развитию, а задержка в двигательном развитии, она препятствует и зачастую когнитивному развитию. Сейчас наша задача в рамках текущей реабилитации, настройка программ этого стимулятора для того, чтобы увеличить еще больше функциональные возможности Тимофея, сформировать правильный паттерн ходьбы, правильное моторное развитие. На курс лечения требуется почти 447 тысяч рублей. Такой суммы у родителей нет. Помочь можем мы с вами, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Узнать о том, как внести больший вклад, можно на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда. Елизавета Жукова, Вести, Татарстан.